Мы создаем кресла-коляски, на которых люди могут самостоятельно спускаться и подниматься по лестницам без чьей-либо помощи. Очень часто, особенно в старых домах, просто технически невозможно обеспечить доступную среду. И тогда единственным способом выйти на улицу человеку в кресло-коляске является вот наша машина, которая может самостоятельно спустить человека и поднять по лестницам. Коляска сама при помощи датчиков отслеживает свое положение на плоскости, и, соответственно, управление всеми процессами происходит именно по принципу гироскопа. Наше производство порядка 85-87% то, что мы изготавливаем здесь, непосредственно вот в этом цеху, на нашем производстве. Ну, изначально я разрабатывал коляску для своего друга, у которого была проблема именно с выходом из дома, и он пожаловался на то, что именно отсутствие возможности подниматься, спускаться по ступеням делает человека ограниченным. Вот, и я, будучи только выпускником технического вуза, молодым и горячим, вот меня зацепила эта история, что человек говорит, ну не, вот невозможно создать такую машину. Это захотелось доказать обратное, вот, и создать для моего друга Мишки такую коляску, вот, и вот именно с этого началось. Я приступил к делу. Изначально разработал конструкцию, то есть это должна была быть коляска с четырьмя колесами, и вот на этих четырех колесах она должна была спускаться, подниматься по лесенкам. Мы испытываем движение на беговой дорожке, так называемой, то есть это движение на колесах вперед и назад по 2 километра, под нагрузкой дорожка находится, то есть мы замеряем ток. В этот момент у нас проходит испытание двигателей и всех механизмов, отвечающих за движение на коляске. Затем мы нагружаем коляску вес 150 килограмм. Она проходит спектр испытаний по переходу на гусеницы на колеса 50 раз, потом отклонение кресла, то же самое происходит, и то же самое происходит у нас установка на доп. Колесо. То есть все механизмы абсолютно у нас испытываются, и мы испытываем их именно под нагрузкой. Для того, чтобы собрать первый образец, я арендовал обычный гараж под Димитровским мостом. Я закупил весь необходимый инструмент, и мы вместе с моей супругой, ну, на тот момент еще она была просто подругой моей, начали вот мастерить, конструировать вот эту первую самую коляску. Полноценную машину я смог собрать только через 3 года. Ну а на тот момент уже оказалось, что таких колясок нужно много, такие коляски нужны многим людям. Начали обращаться люди уже из-за рубежа, говорят, сделайте для меня такую коляску, я готов за это заплатить. И вот тогда, конечно же, уже ничего не оставалось, как основать какое-то хотя бы небольшое производство. Вот. Ну и на данный момент нашими колясками уже пользуются люди в 20 странах мира. Ну, я этим горжусь, и на этом мы не останавливаемся. Идем вперед. С Иваном я уже давно, с Иваном Александровичем, я уже с 16 года с ним. Он мне предложил поехать на международные соревнования по кибатлону. При знакомстве он просто увидел, как я катаюсь, какой у меня стиль вождения, и предложил. После этого он стал консультироваться со мной по поводу колясок. Вводил какие-то новшества в коляску, что-то там изменял. Он меня говорит, Юр, попробуй, как там, удобно, неудобно. Для Ивана Александровича важно не только, чтобы была функциональность, но для него также, чтобы удобство было. Потому что вы садитесь, вы чувствуете одно, мы садимся, мы чувствуем совершенно другое. Я считаю, просто так, как делаем мы, вообще никто не делает в мире. И наши коляски используются по всему миру. Поэтому ответственность огромная. Мы стараемся как можно более тщательно относиться к испытаниям наших колясок, чтобы они не ломались у пользователей. Также у нас разработана система обратной связи. Вот ребята, пользователи по любым вопросам обращаются к нам, по поломкам, там, по каким-то непонятным вещам и так далее. Мы всегда над этим работаем, пытаемся убрать какие-то недопонимания, что-то улучшить наши изделия, так скажем, чтобы они просто не ломались. Мы к этому идем, мы этого добьемся. Вообще, я мечтаю о том, чтобы в каждом уголке мира люди не только знали о нашей продукции, но и пользовались этой продукцией, чтобы
я полетел в путешествие куда-нибудь в Бразилию и, там, не знаю, на центральной площади увидел бы паренька, который на нашей коляске гоняет голубей. Вот, ну, вот это для меня мечта и моя цель.